Реч Посполита нарешті займела надію спинить анархію і вирватися з-под контролю прагної усходньої сусідки. І допомогти у гетим повинна була прийнятая конституція, перша з європейських конституцій. Але до усходніх меж України чорної крамчуковой зграєю уже стягувалося російське військо. Документи свідчать, що більшість білоруської шляхти зустріла Конституцію 3 травня вельми приязно. На всіх пам'ятових соймиках 11 її пунктів були цілком ухвалені. Та й не диво, після першого поділу було зрозуміло, що держава має потребу у порятунку, а значить у реформах. Большая частка шляхты лечила торговичанов здрадниками. Патриоты взялись за зброю. У городах и местечках Великого князства отбывались заочные суды над теми, кто гандлевал айчиной. А здрадникам выносились символичные покаранні. Дякуючи одному з тогочасних творів мастака Яна Пётра Норбліна, ми можемо уявити, як гэта адбывалася. Вось на местачковым пляце узведзенае штосьці накшталт шыбеніцы, дзе павешаны партрэт здрадніка. На жаль, да сапраўдных судоў справа не дайшла. Гэтыя суды пакарання гандляроў айчынай былі яшчэ наперадзе. Але магнаты былі гэтымі пераўтварэннямі моцна незадаволеныя. І не дзіва, выбранасць караля касавалася. І як цяпер інтрыгаваць, падкупаць паслоў, нарэшце як змагацца за свайго пратэжэ на стальцы Рэчы Паспаліты. Особные затятые республиканцы просто были супраць спадчынай монархии. Про то, что нового короля может увогуле не быть, никто, напэўна, не думал. Але больш за всех новины из Варшавы разлавали Катерину другую. Як мог Понятовский, яе былы каханак силой российской зброи посаджены на трон, выступить супраць опеки усходней империи? Заставалось одно. Война. Зрешты, оправдать интервенцию тяжкостью не было. Механизм уже был раней апробаваны и выкористовывался неодноразово. Знайсти незадоволенных конституцией и небыто обороняючи их интересы расправиться с реформами силой российского войска. Чотирнадцятого травня 1792 года у містечку Торговіце, що на Україні, був обвещений акт і утворена конфедерація противників Конституції 3 травня. Насамреч, текст гэтага акта був раней складены у Петербургу і затверджены при уделе Катерини II. Зрешты, адкуль ноги растуть у гэтай цідулкі, было цалкам зразумела. Акт паведамляў, што конфедераты выступаюць за аднаўленне парушаных правоў шляхты і цэласнасці дзяржавы. Гэта значыць завяртанне ранейшага ладу магнацкай анархіі і слабасці. Калі акт барскай канфедэрацыі можна неяк апраўдаць патрыятызмам, канфедэраты барскія хацелі ўратаваць айчыну, хацелі зменшыць уплывы Расіі, то Таргавіца ўжо та амаль адкрытая здрада. Нават акт канфедэрацыі быў складзены канфедэратамі ў Пецярбурзе. Большыня палітычнага народу Рэчы Паспалітай, як называлі шляхту, падтрымала прынятую Сольмам канстытуцыю. Усе яе 11 артыкулаў былі ухваленыя на 32 з 34 павятовых
соймиках Великое князство Литовское. Акт Торговицкой конфедерации выкликал великие хвалевания в Речи Посполитой. А король Станислав Август Понятовский выступил с наступной промовой. Вы бачите, панове, с якой погардою у гэтым акте откликаются про все наши постановы? Вы бачите высилки, с якими жадают знищить всю нашу незалежность? Вы бачите, что наши суайчинники, якія перечаць воле и выгоде айчыны, атрымалі открытую допомогу? Вы бачите, что мы со своего боку повинны обовязково поклопотиться про все магчымыя сродки для обороны и вратавання айчыны? Але сродкаў гэткіх было зусім не шмат. Негледзячы на терминовое подвышение податков и скликанне пасполитага рушення, силы войска Речи Посполитой соступали российским. Король не принял эту декларацию Торговицы. Войска Великого князства Литовской Речи Посполитой воевало, вело арьергардные бои. Настрой был кепский, потому что войско находилось в стадии реформования и было амаль наполову меньше за войско российское. Головной надеей Станислава Августа Понятовского была Пруссия, с королем якой наш монарх заключил оборонный союз. Але Станислав Август еще не ведал, что Фридрих Вильгельм II уже таемно домовился с российской императрицей об новом совместном поделе земли в Речи Посполитой. Эта здрада означала, что родима наша оказалась амаль безоборонной перед интервентами, и теперь заставалась только молиться. Великая занепокоенность, якую выкликала у России наша Конституция, увасобилась у 160-тысячную российскую армию, якая отримала загад рыхтоваться до интервенции.